Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десант, и добро пожаловать в продолжение моего отдыха с моим сынишкой и с моей женушкой. Как вы знаете, в предыдущей серии мы с вами остановились в горном перевале, где мой сын Антон немножко полетал. Я его случайно уронил, он выпал из машины. Я такой: Антон, Антоша, Антоша, ногу поцарапал! И мы ему обратно пришили эту ногу. Как-то очень он ее сильно поцарапал. Но вам понравилась эта серия, потому что мы с вами набрали просто как много лайков, поэтому также не будь сорокантацией и не будь ленивой задницей, поставь огромнейший лайкусик прямо сейчас. Если мы наберем 25 тысяч лайков, я обещаю то, что сразу же выпущу продолжение. Потому что игра, в принципе, очень даже интересная. Я, семья, горный перевал. Здоровье, здоровье, что вы думаете? Что? Шумахер едет. Куда? Куда? Давай. Суицид — это выход. Давай. Да. Лучше прыгни сама. Ладно, я тебе помогу. Пошуровали, побежали, поехали наваливать боком, ребята. Если тебе нравится эта игра, напиши, пожалуйста, в комментариях. Чувствует моя срака то, что отдых сегодня в горном перевале будет очень... Антон, отпусти руль! Отпусти руль! Я тебе говорил не трогать мою тарантайку, у тебя еще прав нет! Отпусти руль! Не послушай... Давайте прыгайте сами, прыгайте, давай, малыш. Сюжет повторяется просто с прошлой серии. Погнали дальше, моя семья и мой сынишка Антон уже хотят отдохнуть. Куда? О, все, давайте встали обратно. Держитесь, семья. Я просто у вас очень экстремальный водитель. Я очень сильно люблю наваливать боком, поэтому нам нужно как можно скорее выбраться с этого горного перевала, потому что, ну, ядрёна мать, это что там? Антон, жена... Твою мать. Антон, жена, держитесь покрепче, потому что там снизу просто аж задница будет. Наваливаем боком. Так, вот сейчас будет самая адская. Да твою что задница? Ручку, ты чё, женушка, ты ручку, да, свою выставила с окошка? Да, я понимаю, жарко. Кабриолет, очень жарко. О! Вот сейчас. Антон, держись и держи маму, потому что я не уверен, что я смогу справиться с этим. Я вообще не уверен. Вот с этим я имею в виду. Справился. С этим справился. Семья, вы как бы извините меня, но у меня просто колеса не работают. Вы видите то, что... У меня колеса вправо, а спереди нет. Я тут думаю, что машина так... Давайте доедем до чекпоинта. Прекрасно. И сразу же можно обновить машину, потому что она вообще уже не ехала. Шарик выпал, Антон. Купим тебе новый, если хорошо учиться будешь. С дороги! С дороги! Тут токийский дрифт! Плохой токийский дрифт, но это не важно. Продолжаем. Ай... А страховка на жизнь есть? Или страховка на воскрешение людей? Антон, держи мячик покрепче в этот раз, потому что, ну, как бы я его не клеил к полу машины, поэтому держи его покрепче, Антон! Держи, дядька! Собака, опять он выпал, а? Ёханый бабай, ребята, ну сколько вас можно учить? Ну, я понимаю то, что, наверное, у большинства из вас до сих пор нет машины. Ну, разве вы не понимаете то, что нельзя вот так нельзя стоять на дороге? Нельзя, потому что любой дебил может выехать из-за любого угла и сбить вас к чертовой матери. И даже не спросит, сколько вам лет и где вы учитесь. И как вас зовут, что самое главное. Поэтому, чтобы вот такой фигни никогда не допустить, слушайтесь Эдисона. Эдисон плохому вас не научит. Я чекпоинт пропустил, твою мать! Сейчас мне нужно как-то аккуратненько, я сказал, аккуратненько. Давай. Разворачивайся под мостом. Ага. У-ху-ху! Поехали дальше, давай, Антон! Ядрёна мать, это что такое? Воу, что за шипы? Так, тихо. Я... Чё за пилы? Чё за... Это не шипы, это пилы какие-то из горы на меня спускаются. Ладно, я вроде проехал эту безумную траекторию, поэтому давайте дальше. Наваливаем боку!
Камушек, камушек нужно объехать. Наваливаем дальше. Люди, аккуратно! Я ж предупреждал. Хоть я и предупредил тебя за одну миллисекунду, но я сказал аккуратно. Почему вы за меня не болеете? О, опять. Давайте, давайте, давайте вы сами в пропасть. Давай. Куда, куда? Вот левее, левее, левее. Вот туда. Да. Давай. Пип-пип. Да, а, твою мать, я не на ту кнопку нажала. Отпусти. Что-то когда-то в жизни нужно отпускать, даже если ты очень сильно это любишь. Отпусти, пожалуйста, ядрёна мать, хватит там висеть. Здорово, я сказал! Антон! Ты опять прыщик свой давил! Смотри, сколько крови! Заляпал мне весь салон! Антон! Сколько мама раз тебя ругала! Не трогай грязными, мать твою, руками, прыщик! Собака. Вот все из-за тебя, Антон! Ставьте лайки, если у вас хотя бы раз в жизни было такое, что мама увидела, как вы царапаете свой прыщик или давите, и сказала: не трогай грязными руками! Заразу занесешь! У меня всегда такое было. Даже не то, что мама, но и девушка моя так говорит. Такой, да, я выдавлю. Не трогай, заразу занесешь. Ну ладно. Вот Антон у меня тоже такой. Сколько раз ему говорю, не слушается, малец. Бедолаги просто. Поздравляем! Я прошел! Так, первую трассу я прошел. Мне кажется, что мы уже уехали из горного перевала, поэтому нужно с нашей семьей отправляться куда-то в следующую локацию. После горного перевала, как вы все прекрасно видите, мы спустились и заночевали в мотеле. Это все очень даже хорошо, но нас Что это сейчас было? Нас выселили из мотеля, и мне нужно со своей семьей куда-то уезжать в другое место. Только я пока ничего не понимаю, что это за дичь сейчас была. Кто стрелял? Или я на какое-то минное поле наехал? Ничего не понимаю, куда мне нужно... Да чё за хрень? Чё всё взрывается очередно? Так! А, это мины или чё? Да, это мины. Куда я попал? Твою мать! Там мины, ребята! Ребята, выезжаем. Так, все, отлично. Да не в стенку разворачиваемся. Жена! Че у нас так плохо фары работают? Ёперсете! Сюда, погнали! Тихо! Протараниваем этот трейлер, потому что нам сюда внутрь... Ёперсете! НЕ С МЕСТА! Молодой человек, не подскажите, пожалуйста, как мне проехать до пятерочки? Мне кефир нужно купить. У меня Антон кефир очень сильно любит. Да, давайте, да, конечно, залезайте в машину, я вас, конечно же, подвезу. Залезайте, без проблем вообще, залезайте. А мотор-то взрывать зачем нужно было? Молодой человек, скажи, пожалуйста, где здесь... Больница. Моя жена рожает. Она на нулевом месте беременности. Мы даже с ней не пи-пи-пи, но она как-то рожает. А возможно, не от меня? Я об этом даже не подумал. Зачем так жить, если жена изменяет? А сейчас мы навалим боком. Лучше бы я не наваливал, потому что я даже... Опа, машина дальше едет. Только я, наверное, всю... Воу-в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 оу. Чё за пила? Я их даже не видел. Воу-в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 оу
это твою-то мать, это что сейчас было? Спокуха. Окей, все нормально. Куда дальше? Точно не в дерево. Чё за ферма? Фермер Иннокентий, вы дома? Фермер? Я ничего не вижу, потому что у меня только одна фара работает. Как мне дальше проехать? И куда мне ехать, что самое главное? Так, я еду. Сейчас, наверное, с обрыва просто. Помогите, пожалуйста, я... Говорю, фары не работают, я даже не вижу, куда мне ехать. Помогите, пожалуйста. Куда? Твою мать! Спокойно!
Это больно было. Куда? Плохо дело, плохо дело. Ой, как плохо дело. У меня опять фа... Ребят, я понимаю то, что вы ни черта не видите, но вы не видите... Я также ничего не вижу. Как и вы ничего не видите, так и я... Куда я еду? Что я делаю вообще? Где я вообще? Так, опа, чекпоинт нужен. Главное, дерево, да, не врезаться. И главное, ни на какие мины не наехать. Где я? Какой к чертовой матери мотель? Куда я попал? Чё за адская местность? В смысле, мне... Ладно, до свидания, пацаны. Только не в дерево! И только не в темноту, я не вижу вообще, что происходит, где я? Ребята, вы понимаете, я тоже так же ничего не вижу, как и вы, я не знаю, куда я еду прямо сейчас. А вот все вижу. Точнее, нет, ни хрена я не вижу. Чекпоинт... Почему я умер? А, чекпоинт есть. Самая ебобо карта, которую я когда-либо видел. Люди! Ну как бы вы с ума сошли? Дорога! А вы стоите на дороге и в ожидании, не знаю, Дед Мороза какого-то. У меня опять колеса нет, походу, да. Потихонечку мы едем куда-то мы едем, куда-то едем. Правда, я даже не знаю, где финиш, но я куда-то еду. Надеюсь, что он где-то вот здесь. И надеюсь, что тут больше никаких мин не будет, пожалуйста, и людей на дороге. Я и так уже сегодня маньячина просто настоящий, уже столько людей перерезал. Нет, куда? Темнота, страшно. Все, это финиш. Вас не остановить, конечно, не остановить. А куда я опять упала? О, ладно. Мне кажется, в этой серии поездочка с семьей, в принципе, тоже очень даже удалась. Антон руку поцарапал, прыщ выдавил. Жене все понравилось. Она родила, хоть даже беременна не была. Я сам не знаю, как это произошло, это какой-то нонсенс. Но, мне кажется, на этом уже можно заканчивать эту серию. И что самое главное, если ты хочешь продолжения, ты всегда знаешь, что нужно делать. Не будь ленивой задницей, поставь огромнейший лайкусик прямо сейчас. И если наберем 25 тысяч лайков, я никогда не бросаю слова на ветер. Сразу же выйдет следующая серия. Поэтому все и всегда зависит только и только от тебя. Спасибо тебе огромное за просмотр. Всем удачи и всем пока.